Окарина – древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая флейта, представляет собой небольшую камеру в форме яйца с отверстиями для пальцев в количестве от 4 до 13. Многокамерные окарины могут иметь больше отверстий, обычно выполнено в керамике, но иногда изготовляется также из пластика, древесины, стекла или металла. По некоторым оценкам, инструменты, подобные окарине, появились примерно 12 тысяч лет назад. Они играли важную роль в культуре Китая до Колумбовой Америки. В европейскую культуру окарина вошла в XIX веке, когда итальянец Джузеппе Донати изобрел современную форму этого инструмента. Название взято из итальянского языка, где означает «гусенок». В США и Европе сейчас популярны окарины, сделанные из пластика, ABS или поликарбоната. Использование полимеров и современных технологий обработки позволяет сделать окарины недорогими и при этом весьма качественными, очень хорошо держащими музыкальный строй.